Всем привет! Сегодня обзор предновогоднего 16-го каталога. И можно сказать, это новогодний каталог, потому что именно сейчас выгодно сразу задумываться о подарках, приобретать, потому что такие классные цены, такие выгодные предложения. Кроме того, будет, когда предновогодняя суета, уже не будет такого количества времени, чтобы продумать заранее подарки. И сейчас идет везде буквально черная пятница, и в каталоге своя черная пятница, которая будет действовать целых 3 недели. Я уже затарилась по полной и заранее покупала свои подарки. У меня есть отдельный пакет подарков, потом я буду комбинировать для знакомых, друзей, коллег, дочери, учителей, тренеров, в общем так. Итак, поехали, да? Ну, первое, что мы видим, это, конечно же, сама подарочная упаковка, и знаете что? Ни один пакетик мне не пришел, они отсутствуют, и это очень жалко. Далее у нас представлены классные наборчики всего со 129 рублей, 99 рублей, но мелочи приятно. Это вот такие вот маленькие мини-наборчики, когда вот вы хотите просто маленький комплимент делать, и поверьте, ну как по цене, это как плиточка шоколада, да, или ну какого там плиточка шоколада, так съел и вроде как и съел. А тут, ну, маленький презентик, да, человек вас помнит. Вот один из таких наборов, всего 129 рублей и очень приятный вкусный аромат. Следующий набор 299 рублей, я его заказывала пару каталогов назад, прям очень хорошо затарилась. Вместо 1500 рублей 599 лосьон для тела и гель. Мне его прислали в качестве официального обозревателя, но сколько я не заказывала из этих серии, я все равно возвращаюсь к лимонному. А ваш какой самый любимый аромат? 349 рублей, чуть подороже, парфюмированный спрей для тела и гель для душа. Вот так вот выглядит парфюмированный спрей. Я иду сейчас на тренировку, знаете, что я подумала? Что, наверное, я его кину вместе с дезодорантом в свой рюкзачок и буду использовать там. Также очень хорошо он наносится вечером перед сном. Знаете, такой дополняет ауры, такой вот образ, создает сексуальный, романтичный, и он с афродизиаками. Еще один небольшой комплимент, 129 рублей, это шампунь-кондиционер, серия молоко и мед, люблю, и всегда у меня в запасе, в любые поездочки я беру с собой. Меня покорила серия Feel Good, очень вкусные ароматы, это второй гель, Wake Up, это, мне кажется, мой любимый, но так как я люблю лаванду, еще заказала себе релаксирующий, то есть под настроение. Они сейчас идут 45% скидкой за 139 рублей. И победитель от Glamour, соляной скраб для тела, роскошь, это просто восхитительная роскошь, вы окунаетесь в атмосферу спа. Как мне нравится этот аромат. После римской сауны натираюсь. Вообще кожа просто нереально крутая. Также люблю спа. Продолжение это, когда я использую вот это масло, то есть втираю его в кожу, и оно превращается в такой вот немножко мыльное, мыльный раствор, и все. После него никакого крема не надо. Если вы пробовали эту серию Swedish Spa, обязательно напишите в комментариях. Это такая роскошь, такая утонченность. Это спа-салон, который вы можете себе сделать дома. Подушечки со скидкой. Я сейчас использую так, как я хожу на танцы. Их вставляю в босоножки, верхнюю часть обуви. Также можно как пятничек использовать. Мне понравились, поэтому себе взяла еще одни. Серия, которая проверенная мной уже не один год, это боди. Причем, сейчас я вам покажу. Я ее действительно затариваюсь, плюс у меня есть еще где-то валяется, где я храню вот такие вот пустые баночки, чтобы вам показать, сколько я их использую. Серия очень крутая, очень хорошо работает. Буквально на днях сходила в свой центр, и мне захотелось узнать, сколько же стоит массаж, потому что меньше чем 10 курсов это смысла брать нет. Сегментарный массаж это только область живота, минут 20, 11 520. Душ Шарко, 10 процедур, то есть это по 10 минут, 9212. LPG,
сегментарный, получается, может быть, вакуумный, не знаю, 9810. То есть, в принципе, получается, перед любым массажем рекомендуется душ Шарко. 10 процедур, когда вы идете в душ Шарко, и потом на массаж либо сегментарный, либо делать LPG, то есть, либо, например, 5,5, реально 20 тысяч. В общем, я не знаю, мне кажется, я такая жадина, но то, что я действительно получаю эффект, то есть вообще, что мы делаем? Берем свой душ, если у вас есть лейка, поворачиваем, делаем свой душ Шарко. Конечно, он не такой будет, даже близко мы не можем это сделать, но тем не менее мы разогреваем вот эту вот кожу, либо просто идем в душ. Дальше у нас есть щетка с ворсом, да, хорошенечко растираем, делаем кровообращение. То есть мы заменяем душ Шарко нашим бюджетным способом. Помним, душ Шарко 10 минут. Ну вот представляете, если вы реально взяли бы щетку и 10 минут плюс направили душ, все это сделали. Какой бы эффект был? Раз. Свою заюзанную щеточку, которая уже даже неизвестно сколько лет, она такая вся уже белая, но тем не менее она выполняет свою роль и очень хорошо массирует. То есть вы вот эти проблемные зоны свои прорабатываете. Второе. После душа всегда. Область талии я мажу вот таким кремом, и у меня еще 3 про запас. Плюс область ног я наношу вот этот крем. Здесь роликовый аппликатор. Повернули. Он, получается, идет гель. Развернули, закрыли. И после этого я наношу. И далее надевайте 2 массажера. Любых. Сейчас идет новый какой-то вот роликовый массажер. Что у вас есть, неважно. Почему я это делаю в 2 руки? Почему 2 массажера? Потому что в 2 раза быстрее эффект. Надеваете и протираете ноги, живот. Пару минут поменяли, промассировали, пару минут поменяли. И, честно говоря, после тренировок мой массаж занимает буквально 5 минут. То есть я нанесла средство, буквально 1 минутку это живот, область живота, 1-2 минутки одна нога, 1-2 минутки другая нога. Это несложно, поверьте мне, но я вижу, какая кожа у меня настолько подтянутая, то, что вот целлюлита практически на ногах нет. Но меня все еще волнует моя кожа. Это область живота, и я сейчас даже промониторила, есть какой-то супер массаж, вот, я буду все это пробовать с нашими средствами, возможно, себе сделаю такой, знаете, марафон, потому что я не хочу за 10 процедур 20 тысяч отдавать, я хочу сама сделать с нашими средствами тоже 10 процедур, посмотреть, какой будет эффект. Возможно, летом я и схожу на массаж, то есть подготовлю свое тело, но тело к зиме, к Новому году, да и вообще, вот знаете, да, можно запустить такой марафон, подготовка тела к Новому году, но вы действительно хотите ваше идеальное тело только на Новый год, чтобы одеть красивое платье? А как же в повседневной жизни? Или потом, после Нового года, когда вы наедите 5-7 килограммов и потом будете сбрасывать лишний вес? А зачем оно надо? И вообще, я уже не один год, на Новый год мы обходимся легкой закуской, салатиками, чуть-чуть поедим, и все, мы не наедаем, и буквально там максимум 1,5 килограмма, это то, что мы набираем за праздники, и все исходит, это очень быстро. Поэтому, ребята, я планирую приводить свою фигуру, но это не к Новому году. Я хочу просто привести свое, сделать тело лучше. Вы наверняка меня давно смотрите, вы знаете, что я хочу себе сделать подарок к 40-летию через полгода. Это новое тело, и мне нравится мое преображение, минус 5 килограммов. Я улучшаю свое тело, улучшаю состояние кожи, всего, да. Я интенсив провожу по уходу за лицом. Вот.
И после того, как я получу эффект, может быть, даже буду снимать свой марафон по массажу, который я делала сама, покажу вам состояние моей кожи. Если это интересно, пожалуйста, напишите, потому что это отнимает дополнительно время. Заканчивая блог по уходу за телом, с большой скидкой, 299 рублей, что ли, идет краска для волос. Я ее затарилась очень много, и сейчас прокрашиваю волосы свои один раз, наверное, в 2 месяца. Либо перед мероприятиями. Слава богу, у меня нету седины и какие-то маленькие волоски. Мне очень повезло с этим. В отличие от мамы, она уже была седая, наверное, лет в 20. Ну и наверняка вы заметили, серия Норскин. Наверное, отдельно запишу видео, где сниму и покажу вам этот комплект. Как вам? А это подарки, которыми реально меня завалили за новичков. Это не одна коробка, здесь целый пакетище всего, который я собираю. И, наверное, отдельно сниму видео. Только сделала заказ, и еще мне пришел набор, еще один подарок, который мне придет в следующем заказе за новичка, который сделал заказ на 50 баллов. Вот, а какие продукты по уходу за телом вы заказали? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И мы переходим к следующему блоку. После дневного крема и крема для век, следующий этап у меня идет праймер, если я хочу шикарный роскошный макияж, либо затирка пор. Волшебная это эссенция, мне нужна подсветка холеная кожа, и в то же время это на зимний уход будет просто великолепно. Вот такая текстура, буквально несколько капель и наносим. Антивозрастная основа эликсир, сейчас 579 рублей, если нужен вечерний макияж, сделать подсветку, да и просто. Топовые визажисты рекомендуют, можно это смешивать как с тональным кремом, так и самостоятельно. Жидкий хайлайтер под тональную основу. То есть мы наносим на те зоны, которые нам нужно высветлить, и потом наносим свой привычный тон. Также прорабатываем зону ключицы, кремовый хайлайтер и праймер 399 рублей по акции. Что спонж для макияжа сейчас со скидкой. Я вообще не могу наносить тональный крем какими-то кисточками, руками. Спонж вот так в сухом виде, в влажном, наверняка вы все знаете, всегда должен быть про запас, потому что спонж в любой момент может протухнуть. Где-то положили, не досушили, взяли с собой в косметичку, и перед каждым нанесением его хорошенечко нужно промывать. Если чувствуете, что чуть-чуть запах пошел не тот, сразу выкидываем, потому что там уже завелись бактерии. Я вам говорила, что мой любимый консилер это вот этот. Но поговорив с другими девочками, например, Наташей Мастюгиной, ей нравится больше Илюскин. Он легче, более жидкой текстуры. Почему нравится? Потому что, например, вот такой вот плотный для кого-то подчеркивает морщинки. Ну вот тоже вот, знаете, тоже сколько человек и столько мнений. Скидка в каталоге 249 рублей. О, да-да-да, палетка для контуринга и кисточка. Это один из крутейших продуктов запуска этого года. Безумно крутая, то есть ей даже не представляю, как обходиться. Очень удобная. Румяна. Кроме того, обязательно мы делаем лифтинг-эффект. Не в одном уже обзоре показывала. Сначала бронзирующим оттенком, а потом тем же самым розовым. В каталоге также идут румяна в стике. Это тоже популярнейшие продукты декоративной косметики вообще в целом мире. Круто получается делать и контуринг, макияж с подсветкой. Но с ними нужно немножечко повозиться, растушевывать блендером. Если вам нужен макияж на скорую руку, это, конечно же, однозначно палетка. Если вы хотите шикарный, роскошный, люксовый макияж, то это вот эти стики. В этом каталоге они со скидкой, 50% идут, поэтому выгодная цена. Если вы думали их приобрести, то обязательно присмотрите. Хайлайтер, мне кажется, у всех затерт до дыр. Настолько он классно смотрится. Очень-очень его люблю. В этом каталоге заказал 3 палетки, одну для себя, когда закончится, и 2 палетки моим подружкам. Залог качественного нанесения теней, это, конечно же, праймер.
В этом каталоге, по-моему, без скидки, но вы можете воспользоваться любым консилером, который у вас есть. Очень удобно подготовить складку для век. Если вы пользуетесь вот такими двушками, тенями, то все равно, чтобы был более плавный переход, красивый градиент, интересный, вот именно дорогой макияж, то однозначно нужно подготовить. Либо я делаю макияж, использую 4, 5, 6 оттенков. То есть плавный переход. Но вот эта вот подготовка, нюдовая база, она нужна. То есть нанесли сначала вот этим оттенком, потом наносим розовый. И делаем тот же самый лифтинг-эффект. Все. Если вы куда-то торопитесь, то, в принципе, нанесли и тушь, и можно смело бежать. Ну и, конечно же, также берем хайлайтер и наносим под бровку. Можно нанести хайлайтер на подвижное веко. И вот такой легкий нюдовый макияж, когда тушь, чуть-чуть подводки, коричневый карандаш, и все, в принципе, можно уже бежать. Девчата, я осталась без ресниц. У меня буквально пенечки торчат в разные стороны. Не знаю, сколько я вытерплю и вытерплю ли, и побегу заново наращивать. В планах было, ну, хотя бы еще месяц продержаться, потому что будет мероприятие, поездки с компанией Oriflame. Не знаю. И я выполню макияж вот этой палеткой, новинка от Giordani. У нас была квадропалетка, о боже мой, почему ее убрали? Оттенки отличаются, вот этот оттенок, он реально отличается и не похож ни на один. Так выглядит. Вот два оттенка Oriflame. Первое впечатление, я прям посвочила. И самое главное, вот в MAC самый-самый крутой оттенок. Это вот этот, не знаю, как он называется, но прям его отдельно рефилы покупают. Вот он так смотрится близко. Палета Kat Von D, и из всего ассортимента я использовала вот эти два оттенка. Это самые крутые. Если взять этот, то этот идет в розовинку. Сейчас я вам покажу. Он, конечно, красивейший, шелковистый. Вот, видите, в розовые подтоны. Вот этот вот оттенок в такой гамме идет. Они более пигментированные однозначно. Это Soft Glam, светлый оттенок. Soft Glam, оттенок Dusty Rose. Как раз-таки очень похожи. Вот, сделаю. И насколько они вот эти похожие оттенки. Посмотрите, да, это Soft Glam, это Oriflame. То есть эта гамма одна из самых ходовых. Первое, с чего начинаю, это Anastasia Beverly Hills. В складку века наношу. Они тоже пылят. Прорабатываем ее. Посмотрите, видите, посыпались. Чтобы вы не думали, что если вы покупаете люкс, то это все будет круто. И здесь важно как можно больше делать движений. И тот же самый оттенок Oriflame. Эти тени чуть-чуть менее пигментированные, поэтому я бы рекомендовала их наносить в два слоя, но зато ваш макияж будет более тонким и вы не накосячите. Anastasia, они более пигментированные, пылят, может подсыпаться. Здесь вот, например, я даже не вижу, чтобы что-то подсыпалось. Несмотря на то, что хотя вот по качеству Anastasia это одни из самых крутых теней в мире считаются. И второй слой Anastasia. И это нормально, когда вы наносите оттенки в два три подхода. Но пока оттенки одинаковые. Мы берем любимую кисточку для прокрашивания нижнего века. Обязательно встряхиваем. Делаем. И Anastasia. Ну и плоской кисточкой мы набираем светлый оттенок, наносим на подвижное веко. Прорабатываем уголочек глаза.
тени Oriflame. Менее пигментированы. Тоньше слой чувствую. Просто, наверное, нанести нужно в два оттенка. Сегодня наносила аппликатором светлый оттенок. И он лег гораздо более плотным слоем. И вам не надо чистую кисточку для этого иметь. Только потом растушевочной нужно немножечко края почистить. Далее чистой либо растушевочной кисточкой нам нужно протушевать складочку, чтобы перемешать оттенки. У меня практически нет ресниц. Я прокрашу межресничку коричневым карандашом. Это их сделает визуально более объемными. А далее у меня 4 туши Джордани. И мой рейтинг самый непонятный, ужаснейшей туши, которую вообще не поняла. Это вот такая тушь. Делает типа контур, когда вы проводите, и он у вас отпечатывается. Но когда у вас коротенькие реснички, вы можете прокрасить нижние. То есть для нижних, вот для прикорневого объема, если у вас коротюсенькие ресничечки пинки, как у меня, в принципе, подойдет. Но покупать ее вам не рекомендую, дабы не испортить свое впечатление к тушам Oriflame. Тушь с силиконовой щеточкой, которая сейчас идет со скидкой в этом каталоге. Хорошо прокрашивает, приподнимает реснички. Тушь номер 2, да, это такая щеточка с пушистым ворсом, но, к сожалению, она не составит конкуренцию моей самой любимой туши. Все-таки после того, как протестировала новинку, рука тянется вот к этой. Не знаю, как-то больше она делает, вот эта тушь делает больше объема, это удлиняет. Сейчас мои пеньки коротенькие, я даже не знаю, я комбинирую несколькими тушами, потому что все очень ужасно, все невероятно ужасно. Ну, давайте попробую этой тушью. Плюс она разделяет каждую ресничку, и она прокрашивает, вытягивает их. Если вам какая-то щеточка понравилась больше, или какая-то формула понравилась больше, то вы делаете вот так, как я вам покажу. Меняете. Так, это же теперь тушь у меня новинка. Она у меня полностью, там у меня практически засохла. Поэтому я спокойно могу прокрасить то, что мне нужно, нужной щеточкой. Или вот ту тушь, которая, получается, делает только контур, могу достать и вставить свою любимую кисточку и сделать то, что мне нужно. Поэтому никогда не выбрасывайте свои любимые щеточки, привычные щетки. Всегда вы их можете заменить в любую тушь. Поэтому, если вы не тенеманьяк, как я, и не покупаете каждого люксового бренда по палетке, самые ходовые оттенки вот эти, которые есть практически во всех топовых брендах, и вам не нужна будет вся палетка, достаточно вот этих двух теней. И я пересчитала по стоимости в граммах, палетка Anastasia Beverly Hills в граммах стоит дороже, чем вот это. С учетом того, что это отдельная упаковка, отдельное зеркальце, это удобно, компактно, плюс щеточку вы всегда кинули, подкрасили, если вам надо. Хотя, в принципе, по устойчивости я проверяла, делала макияж, они примерно одинаковы. Если рекомендовать туши, то да, эту рекомендую, вот эту нет. Так же, как и в этом каталоге, идет по скидке тушь. Чем мне нравится и не нравится эта тушь, она делает классный объем, мне безумно нравится, как она делает, но в то же время вот эта вот большая щеточка, она чуть-чуть неудобная, но она одна из моих любимых. Губы и помада, которую я себе дозаказала, видите, моя любимка. Взяла себе новую, потому что, ну, нравится. С учетом того, что у меня еще в какой-то косметичке валяется такая же. Примерно так же с этой помадой я даже не наношу контур. То есть смотрится она хорошо. И со скидкой сейчас 129 рублей. Также одна из фаворитов — это жидкая помада. Наношу не полностью, а только по центру. Они в гамме похожие, но как-то вместе круче смотрятся, либо на любую другую помаду накладываю центр.
А вы используете эту помаду? Я на спорт, у меня сегодня танцы. Прибежала на тренировку, смотрю, я первая в зале. Думаю, сейчас девочки потянутся. 12 час ночи, пришла умываться. День и день скатались, то есть одинаково держатся. Как Anastasia, так и Oriflame. Мое правило – каждый день новый макияж. И сегодня проводила парад успеха. Макияж глаз – это прежде всего на подвижное веко. Карандаш стик, раз. И оттенки двойтеней. Во-первых, то, что я вам уже показывала, это вот новый Джордани и плюс персиковый. Вот, честно говоря, белый, вообще не понимаю, зачем нужен этот оттенок. Но вот такой вот макияж с подсветкой получился. Это дневной. И вы можете использовать здесь вот любой оттенок помады. Рассказываю свой обзор заказа, и мы плавно переходим к блоку ароматы. Также, что можно подарить, какие классные подарки с ароматом. Давайте полистаем. Новинка, это практически, наверное, запуск года, 100% попаданий. Это мой аромат, который... Это мой аромат. Giordani Gold Essence Sensuale. Gardenia, Flidorange, Essence и бурбонская ваниль. Аромат, о нем рассказывала в прошлом каталоге, очень устойчивый, благородный, шикарный, шлейфовый. И этот аромат понравился многим, вы писали в комментариях, вы тестировали в офисах, шикарный аромат, такой, знаете, хороший, дорогой премиальный сегмент. Поэтому у меня в заказе еще один аромат. У нас есть чат «Я буду расти», где 25 тысяч человек, и каждый день дается какое-то задание. И уже раз 5 или 6 я побеждала в различных конкурсах, и я узнала, что был марафон звонков, и я победила, еще выиграла эссенса, и мне придет в офис, и того у меня будет 3 аромата. Самое обидное, наверное, то, что это лимитка, да, это означает, что этого аромата скоро не будет, поэтому я запасаюсь, тем более такой цене, 799. Для меня, мне кажется, для этого аромата 799 это вообще оскорбление, потому что это настолько роскошный, дорогой, люксовый аромат, это просто... Вспомнила Катю Филиппову. У меня очень много ароматов под все случаи жизни. Это какие-то базовые ароматы, которые мне нравятся, как, например, Essenza. И такие, как под гардероб, под цвет даже, там, золотые, значит, более теплые, мягкие, ванильные ароматы, амбровые. Либо более холодные, свежие, например, если идет холодная гамма. А также у меня есть любимые ароматы, как Cherry Blossom. Этот аромат у меня всегда на туалетном столике, черри, вишенка, этот аромат настроения. То есть утром я сажусь за свой туалетный столик, наношу этот аромат, мне очень приятно, люблю его, очень-очень-очень люблю. И сейчас этот аромат идет в наборе с парфюмированным лосьоном для тела, всего за 799 рублей. И скажу, это такой базовый, легкий, свежий, свежий черри, да. В общем, аромат, мне кажется, понравится любой девушке для поднятия настроения, именно как дневного аромата. Если вы знаете о нем, пожалуйста, напишите в комментариях. Также мы можем увидеть различные ароматы. Essenza, да, под 1399. Мы можем встретить мужские ароматы. Фаворит Глейша, там, не знаю, всех веков. Красный Глейша. Много, да? Если вы знаете ароматы для своего мужчины, вы всегда можете подобрать. Также рекомендую уже сейчас, перед Новым годом, приобрести вот эту серию. Я не знаю, когда она закончится у моего мужа, да? Я периодически так докупаю по чуть-чуть, там, очищающие средства. Я не знаю, как он пользуется граммульчиками. В общем, серии для мужчин хватит вот на год, это точно, про запас. Вот, у моего примерно на год эта серия. Один из самых выигрышных ароматов – это Excite с Димой Биланом. Дима, не Дима, но этот... аромат покорил, и это один из самых продаваемых ароматов Oriflame. Люсия всего за 799 рублей. Цены просто смешные. Love Potion 899. Один из самых любимейших ароматов. Ники тоже Giordani. Это мистер Giordani.
Простите, но я не буду его открывать. Я скоро его подарю супругу своему. Вот. Он очень любит линейку Giordani. И вот эта версия в серебряной, золотой, это наш любимый аромат. И вообще вся линейка Giordani, она такая роскошная, люксовая, премиальная, богатая, изысканная. Я не знаю, какие еще прилагательные. В общем, нам нравится этот парфюм. Ну а какие ароматы в этом каталоге вы себе приобрели, нашли со скидочкой для себя, для любимых на подарки? Пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и переходя к разделу по уходу за лицом, что классно в этом каталоге? Ну, во-первых, самый крутой подарок Новому году, я считаю, что это серия Novage. Это флагман компании Oriflame, и, как я говорю, что если вы не пробовали Novage, то вы не знаете, что такое Oriflame, потому что эта продукция разрабатывалась... Только разрабатывалась, тестировалась 7 лет, долгих лет. И когда мне говорят, ой, там вот там, ой, новая компания появилась, новенькая прям, вот новенькая компания появилась, вот давай туда. Там все есть, все то же самое, что и в Oriflame, и там намного лучше. Но давайте подумаем, а в какой компании будет круче? Та, которая 50 лет уже производит косметическую продукцию. Также в компании Oriflame есть свой научно-исследовательский институт, где работают 300 ученых, чтобы разрабатывать формулы. Эти формулы запатентованы, есть много научных трудов. Причем эти запатентованные формулы не имеют аналогов в мире. Одни из самых первых стволовые клетки растений, использованные в сериях по уходу за лицом, были в Oriflame. Такие крутые патенты. После того, как серия поработала, проходит сколько-то лет, компания выпускает, наверное, какую-то новую революционную серию, что компания делает? Она эти серии просто продает другим компаниям, а те компании новые какие-то, да, которые не могут себе позволить научно-исследовательский институт, они эти формулы покупают уже, скажем, не первый. Ну, в общем, не такие эффективные. Мало того, я знаю люкс-бренды, не буду говорить, можете в комментариях специально писать, это было бы некрасиво, неэтично, который люкс-бренд, который реально есть серию, которую он просто купил, переупаковали, запустили маркетинг и сейчас продается. Причем по космическим ценам гораздо дороже, чем серия Novage. Что такое набор Novage? Это набор из 5 продуктов, полностью серия по уходу за лицом, когда вы тратите всего 2 минуты утром, 2 минуты вечером на свою кожу. И реально получаете результат. И доказано, что использование всех средств серии в 7 раз увеличивает эффективность. Также я вам рекомендовала как можно больше покупать вот таких вот пробников и дарить вашим друзьям, подругам, чтобы они по достоинству оценили эту серию. Особенно, кто любит ходить по всем косметическим салонам красоты, делать инъекции. Потому что, ну, сделаешь ты инъекцию, а что дальше? А какой будет поддерживающий эффект у тебя? И если вы занимаетесь спортом, то через 2-3 месяца ваших инъекций уже не будет. Спортсмены так вообще боятся всех инъекций и делают инъекции непосредственно перед выступлениями. Девчата, поэтому ухаживайте за кожей так, чтобы не ходить в косметические салоны, чтобы не делать дорогостоящие инъекции, какие-то процедуры. Да, это тоже полезно и это тоже нужно. Это как поход в ресторан. Надо всегда себя баловать. Многие, кто меня видит, говорят: Ирина, у тебя кожа стала лучше, я ощущаю свою кожу лучше. Сегодня делала тестирование, и возраст моей кожи, мне 39 лет, возраст моей кожи сейчас показывает 32 года. Да? То есть это состояние мимических морщин, это состояние, что нету пигментации, она минимизирована. А вы знаете, что пигментация увеличивает ваш возраст на 5 лет. То есть если вы берете курс тот же Novage против пигментации, то через 3 месяца научно доказано минус 50% ваша пигментация. То есть как минимум 2-3 года с вашего лица вы стираете. И я 100% вам скажу, серия работает, потому что свою кожу я привела сначала серии Optimals, а потом серии Novage против пигментации. И когда ее использовать? Серию против пигментации. Сейчас я вам ее в каталоге покажу. Не буду бегать
за баночками. Ой. А что не буду бегать за баночками? Она у меня просто вот тут. У меня она уже использована и как раз-таки, наверное, специально для вас показать, да, что она у меня есть, эти крема. Но скоро я не буду ее наносить, потому что у каждой серии есть срок годности, это 12 месяцев. И если вы покупаете серию, например, на Вэдж чередуете, то в среднем серия работает от 5 месяцев до полугода. Просто чередовать, например, один месяц эта серия, другой месяц другая, либо раз в неделю. И фишка в чем? Когда этой серией лучше пользоваться? Этой серией лучше пользоваться сейчас, в этот период времени, не летом, ни в коем случае. Но если вы едете куда-то отдыхать в теплые страны, да, на новогодние каникулы, то я не рекомендую эту серию брать с собой. Эта серия служит больше против пигментации, отбелить кожу, убрать эту пигментацию. Да, там идут кислоты, и очень полезные и важные. И самое главное, что вы не испортите ни в коем случае кожу. Вот. А вот когда идет уже солнышко, нужно пользоваться другой серией. Но об этом мы поговорим с вами позже. Лучший подарок, который вы можете себе сделать, можете заранее супруга попросить или кого-то, либо мамам подарить, родственникам. Это серия на Вэдж. Также вы можете своим друзьям, мужчинам подсказать. Ты уже думал о подарке своей второй половинке, либо маме на Новый год? Нет? Так вот, сейчас самое классное решение уже сейчас подготовить свой подарок, рассказать, какие классные серии. И у нас вот было закрытие каталога в субботу, и Катя Недорезова продала 7 таких наборов. Именно на подарки. Представьте, 7 за раз, за один день. А в этот день я продала 2 таких набора. Это реальная рекомендация, то, что я очень люблю. Потому что декоративная косметика раз намазал, и все. Но твое состояние кожи каждый день, что ты делаешь каждый день, чем ты питаешься, то, как выглядит наша кожа, наше здоровье, это то, что мы едим каждый день. И не дай бог, что-нибудь будет не то. Вот это важно. Так же, как каждый день вы ухаживаете за вашей кожей. А вдруг что-то не то, и это сразу отражается на вашей коже. Топовые блогеры, которым присылают бесплатно образцы продукции, они говорят, что мы тщательно подходим к выбору продукции, которую мы тестируем, потому что вдруг невзначай ты используешь это средство, и вдруг оно высыпано, даже вот один хороший продукт плюс другой хороший продукт. Если идет какое-то взаимодействие, знаете, вот химическая реакция, да, что произойдет, если смешать 2 случайных компонента, то после этого кожу нужно лечить. Лечить очень долго, месяцами, чтобы восстановить ее. И те люди, кто, женщина, говорят, ой, а у меня чувствительная кожа, это означает, что вы просто убили свою кожу тем, что смешивали различные серии, различные бренды. Не дай бог, если вы умывались мылом, не дай бог, если вы утром не умывались, если вы дополнительно не очищали вашу кожу при помощи аппарата для очищения кожи, то есть вы не смывали тональный крем. То есть если что-то вы делали не так, то вы просто убили вашу кожу, и она вам говорит как раз-таки вы на все потом после этого аллергия, либо чувствительность. Что нужно сделать? Нужно вашу кожу восстановить средствами, которые проверены сериями после того, когда вы используете серию в комплексе. Если у вас нету такого по бюджету, например, вы берете серию более простенькую, более бюджетненькую, собираете ее, да, то есть вот здесь навскидку 1000, наверное, 2 стоит серия полностью, очищение, тонизирование, сыворотка, крем дневной, ночной, еще скраб, да, покупаете их постепенно, если нет возможности купить серию, то есть заменяете, но помните, что очищение, тонизирование должен быть из одного бренда, одной компании, так как и дневной крем плюс сыворотка из другой, то есть хотя бы так совмещайте, да, и думайте то, что вы наносите, старайтесь, если поменяли серию, то ее комплексно, если новинки тестируете, то смотрите обязательно, потому что очень сильно убивается кожа, тем более сейчас рассылаются в преддверии Нового года очень много тестеров различных кремов, поэтому думайте об этом еще раз, что произойдет, если
если смешать два случайных компонента. Ну а по поводу компании Oriflame, она разрабатывает все свои серии формулы так, чтобы можно было миксовать между собой. Также со скидкой в этом каталоге двухфазный пилинг для очищения кожи Lavage. Не буду подробно о нем говорить. Это щадящий пилинг. Вы не получите вау-эффект салонной процедуры, когда просто идет максимальное снятие кожи. И очень важно, после таких вот пилингов очень многие жалуются, что убивают кожу, что если вы применяете такие двухфазные пилинги в салонах красоты или более сильные, то потом идет пигментация, если вы идете на солнце. Вот сейчас зима, осень, самое идеальное время применять вот такие кислотные пилинги. Поэтому я себе приобрела еще одну упаковочку. Это реальный крутой эффект, не зря придумали. И мне нравится тем, что вы этим пилингом точно 100% себе не навредите кожу. Ни в коем случае у вас не будет ни пигментации, ни раздражений, ничего. Это крутейшее. То, что однозначно компания просто не рекомендует, это дальше идти на солнце. А вот когда солнце сильное, когда вы снимаете максимально кожу, обновляете ее, то есть вы запускаете процесс восстановления клеток кожи, когда видишь, что тоненький слой, кожа начинает вырабатывать еще больше новых здоровых клеток, которых вы потом питаете. А чем вы питаете? Например, себе приобрела вот такие капсулы, неоднократно покупаю их. В составе этих капсул 6 масел. И очень часто в какие-то поездки я беру вместо ночного крема именно капсулы, потому что они максимально ухаживают за моей кожей. Это я чувствую. И в этом каталоге с 50% скидкой я наконец-таки дособирала всю серию Novage 40+. Представляете, я скосячила и как-то купила себе 2 ночных крема. Ну, в принципе, ничего страшного. Этой серией буду пользоваться. И еще по 99 рублей тканевые масочки. Тут в этом каталоге. Ну, еще что я вам однозначно рекомендую. Это вот такой аппарат для очищения кожи. Фишка в том, что он, касаясь, вибрирует, сколько там, 25 тысяч колебаний в минуту, надо погуглить, я не хочу смотреть, времени уже нет, надо на фитнес бежать. Так вот, выбивая вот старую кожу, клеточки он круто очищает, не надо его елозить, не надо прижимать, вот так чистить, не травмируйте свою кожу. Если вы четко делаете очищение, когда вы чуть-чуть коснулись и у вас идет полировка, этот аппарат не растягивает вашу кожу. И им гораздо более щадяще умываться, нежели чем вы трете лицо, стираете ватными дисками. Очень крутой аппарат. Им реально очищаю кожу через день, когда принимаю душ, когда мою голову. То есть у меня процедура помыла голову, значит, нужно обязательно пройтись этим аппаратом. Вот. Очень-очень люблю, и он сейчас идет со скидкой. Если у вас нет этого аппарата, я рекомендую вообще все убрать из своего заказа, перепланировать свой бюджет и приобрести его. Потому что девочки очень часто спрашивают: ой, надо опять сходить на чистку к косметологу, надо опять сходить. Девочки, если вы будете использовать вот этот вот аппарат и очищающее средство из серии Novage, либо Optimals, я вам гарантирую, вам не нужно будет ходить к косметологу на чистку, потому что ваше лицо будет очень круто очищено. Ну, а если вы знаете тех людей, которые обсыпаны прыщами, я тоже к ним когда-то раньше относилась, подростки, либо те, кто постарше, великолепная серия Pure Skin, одна из самых вообще эффективных на рынке, очень крутая, и собрать ее вы можете по реально бюджетной цене. Очень круто. И где-то у меня даже есть маска, которую я использую этой серии. У меня и здесь есть прыщики замазывать. Вот он, приглушать. Где он? Вот в точечке. А какие продукты по уходу за лицом вы нашли с классными скидочками в этом каталоге? Обязательно пишите в комментариях, что вы любите, какие ваши любимые серии по уходу за лицом, которые реально приносят результат.
Это каталог, классный каталог, бомбический, поэтому смотрите, однозначно найдете то, что для себя любимые продукты. Вот, а я убегаю и желаю вам всего самого классного предновогоднего настроения. Будьте счастливы!